дорогие подписчики, гости канала, с вами Женя, вы на канале «Счастье в нас самих», где, как всегда, ответы на практически любые вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну а также практики, настрои, ритуалы для достижения любых целей, исполнения любых желаний. Помните, ваши мысли, чувства и действия сегодня создают вашу жизнь завтра. И еще, все, что находится на канале, это инструмент для помощи. Но за вас никто ничего не может решить и никто ничего не может изменить. Только вы хозяин своей жизни. Помните об этом. И все расклады – это своего рода проводники и советы для улучшения вашей жизни. Даже если я просто рассказываю, что будет происходить, это значит, что если вам это не нравится, вы можете это изменить. Все же в ваших руках. Сегодня, как и каждую неделю, прогноз на неделю, основное в ближайшую неделю. Сейчас стихия Земля, знаки Зодиака, Тельцы, Девы и Козероги. Всегда помните про восходящий знак, акцендент. Он влияет на ваше состояние, на ваш характер. Другая энергия, ведь если вы стихия Земля, а ваш акцендент стихия Вода, это идет микс, и тогда у вас немножко другой характер и немножко другое восприятие мира. Поэтому я всегда советую смотреть ваш знак зодиака и знак зодиака вашего акцендента, чтобы получить полную картину и уже знать, что же лучше делать, а чего лучше не делать. Ну что, мои дорогие, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя, ну и, конечно, обязательно улыбнитесь. Вы знаете, я знаю, что те, кто смотрят мои видео, часто смотрят, по крайней мере, когда вы их смотрите, я точно знаю, это так срабатывает наша человеческая сущность, когда я говорю «улыбайтесь». Ну, большинство из вас действительно улыбается, и улыбка улучшает вашу жизнь. Хотела сказать «улучшит», потом вспомнила, что я говорю в настоящем времени. Ну что, как всегда, по одной карте на каждый знак зодиака. И, в принципе, я из опыта, из того, что я делаю это каждый день, каждую неделю, я поняла, что по одной карте достаточно. Ведь это основная линия, основные моменты, на которые надо обратить внимание на неделе. Именно карты нам показывают это. Ну и, конечно, исполнение желаний. Вот три карты в конце. И очень часто карта на исполнение желаний дает тоже очень хороший совет. Ну что, мои дорогие, начинаем с тельцов. Смотрим, что же основное на неделе. Дежавю. Сразу вижу, что в ближайшую неделю будут ситуации, которые, скорее всего, похожие были у вас в прошлом. Если это позитивные, то это прекрасно. А вот если это негативные ситуации, это значит, что что-то из прошлого вы не отпустили и несете за собой грузом. Не забывайте, что обиды, злость, раздражение, недоверие, неуверенность, которую мы несем с собой, исходя из прошлых опытов, это очень тяжелый груз. И вот если это так, то
единственный совет, который могу дать, все-таки постарайтесь принять то, что было в прошлом, как опыт. Все, что с нами происходит, как хорошее, так и плохое, это опыт. И если принять это так и отпустить, и понять, что для того, чтобы это больше не произошло, надо действительно простить, отпустить и, можно сказать, даже забыть, не концентрировать свое внимание вообще на этом. Чем меньше вы концентрируете внимание на чем-то, тем меньше это что-то влияет на вашу жизнь. Поэтому для тех, у кого будут дежавю негативные, это только из-за ваших прошлых мыслей, действий и, конечно же, чувств. Ну, а что еще могу сказать, что кроме этого, у некоторых из вас будут встречи с людьми, с которыми вы давно не виделись, с которыми, может быть, даже была прервана связь. Это также могут быть бывшие друзья, бывшие знакомые, бывшие партнеры, бывшие мужья. И эта встреча, смотрите, все же зависит от вас. Зависит от вас, какое это будет общение, зависит от вас, как вы это все воспримете, и зависит от вас, чем эта встреча закончится. Я понимаю, что для некоторых из вас это будет даже своего рода удрученность какая-то. Вы не ожидаете этого, и могу сказать, что это настолько для некоторых из вас это будет неожиданно, что вы даже откроете рот. Вот знаете, как когда мы удивляемся и открываем рот, вот я вижу вот такие выражения лица у некоторых из вас. Поэтому хорошо это, плохо. Вы знаете, нет хорошего или плохого. Вот как вы воспринимаете, так это и есть. Потому что для кого-то что-то очень хорошее, для другого человека это неприемлемое. Поэтому выбирайте, как к этому относиться, что с этим делать. Насчет здоровья, смотрите, если у кого-то есть какие-то проблемы, связанные с хирургическим вмешательством, ближайшая неделя хороша для хирургического вмешательства. По этим картам, если по этой карте, если вам нужно хирургическое вмешательство и есть возможность сделать это в ближайшую неделю, результат будет хороший. Это то, что я вижу здесь. Но, как всегда я говорю, я не врач, я лечение не назначаю и не отменяю, лекарства тоже я не, и диагнозы я не ставлю. По энергии, которую я вижу здесь, да, оно хорошо, но решать все равно вам. И только вы, ваше внутреннее состояние и ваш комфорт в сторону хирургического вмешательства может вам помочь. Девы, смотрим, что же основное на неделе у дев. В поиске будете. Удрученность какая-то будет у вас. Вы почему-то не будете видеть решений и выходов вокруг вас в ближайшую неделю. И хотя я, насколько я здесь вижу, все очевидно. По какой-то причине вы себя закрываете от решения, от выхода. Опять же могу сказать, ну, тут немножко другая энергия, немножко другие ситуации. Так вот, девы, могу сказать, что тоже все-таки, исходя из того, что происходило с вами какое-то время назад, вы почему-то закрываете себя, вы боитесь, что ситуация, которая будет происходить, вы будете бояться, не знаю, или вы боитесь сейчас.
ситуация, которая будет волновать вас в ближайшую неделю, боитесь, что результат будет не такой, как вы бы хотели. Вы боитесь, что ваши ожидания не оправдаются. И вот этот страх вам мешает, будет мешать именно увидеть ситуацию ясно. Тут эмоция именно страха. А причины страха, ну, я вам сказала, что причин у страха может быть очень много, от прежних опытов до установок, до того, что с нами пришло от рождения. Ведь мы же уже рождаемся с определенными программами наших предков, и, соответственно, наши бабушки, дедушки и родители уже укрепляют это, потому что их же тоже воспитывали наши предки. Поэтому здесь для некоторых я вижу вот такую картину. Ну, а по... И, кстати, я вижу ваше бездействие. Вы будете эмоционировать, и вы будете удручены, но по какой-то причине вы не захотите действовать. Вот, наверное, из-за этого страха, не по какой-то причине, а по причине определенного страха. Опять же, то, что я рассказываю, это основная линия. Это не значит, что застопорятся ваша рутина, ваша ежедневная жизнь в поездке на работу, с работы, в бизнес, с бизнеса. Все ваши домашние дела, это все никто не отменяет. Я говорю здесь о том, что то, что вас будет волновать в ближайшую неделю, и страх, который будет у вас, он будет мешать вам. Ну, а как избавиться от страха, я уже говорила не один раз. Можете это сами делать. Ну, а также на канале есть несколько практик и медитации для... Даже есть видеомедитация, саблиминал, которая ничего от вас не требует, только чуть-чуть расслабиться, вот пару раз вдохнуть и просто смотреть и слушать. Лучше слушать саблиминалы в наушниках. И это вам может помочь избавиться от определенных страхов и от... определенных вот этих ступоров, когда вы не можете увидеть, что же мне делать, и это приносит вот этот страх, потому что вам кажется, что из ситуации нет выхода, что нет решения, которое может вам понравиться. Но это не так. Решение очевидно, немножко убрать только эмоции и страх. Ну и козероги. Смотрим, что же у козерогов в ближайшую неделю. У вас будет, по идее, потому что я вижу здесь, будут довольно-таки крупные перемены. Это перерождение, это возрождение, говорит эта карта. Ну, а если говорить вот глобально, то для некоторых вы уже от чего-то освободились, что вам мешало, что вам не... И для некоторых из вас, знаете, вот это вот даже на уровне дыхания я всегда говорю, знаете, иногда бывает настолько что-то мешает или кто-то, что даже тяжело дышать. Вот тут я вижу освобождение от этого и, конечно же, взлет. Это перемены будут... резкие для тех, у кого они еще не произошли. У некоторых из вас уже произошли определенные перемены. И сейчас вот тут я понимаю, что будет освобождение. Освобождение от отношений, которые вас тяготили и не один день, и которые шли в никуда. Освобождение от каких-то вещей. Вы знаете, вот тут даже я могу сказать, что уборка в доме и перебор вещей, выбрасывание того, что вы уже
год не носили, если вы два сезона вещь не одели, значит, вы ее не оденете. Ну, это кому это близко. Это не я рассказываю все, как может проиграться эта карта, вплоть до этого. А так вы почувствуете свободу от чего-то, даже если то, что ушло, вам казалось, что оно вам, вы держали за него, вы хватались за него, и вам казалось, что без него вам не прожить, а вот оно ушло, и вы почувствуете в ближайшую неделю облегчение. Вы знаете, как будто груз с плеч слетел, и я вас с этим поздравляю. Ну и общий совет для стихии «Земля». Ну, тут могу сказать, что есть выход из любых ситуаций, которые будут в ближайшую неделю. Главное, откройте глаза, смотрите на все спокойнее и аналитичнее. Вот как раз в ближайшую неделю излишние эмоции могут вам помешать. А убрав их и посмотрев на то, что происходит с другой стороны, с разных сторон, вы можете помочь себе пройти через неделю спокойно и счастливо. Вот такая неделя у стихии Земля. А теперь давайте загадывайте ваши желания. Вы помните, как загадывать желания? В настоящем времени, без частицы «не», без тяжелых глаголов и, можно сказать, в настоящем законченном времени, что то, что вы хотите, уже у вас есть. У меня есть видео на эту тему, так что заходите в плейлист «Исполнение желаний», и там вы найдете видео, как правильно формулировать желание и ставить цели. Формулировка тоже важна. Так кажется мне. Смотрите, нас эзотериков, тарологов, людей, которые работают с законом притяжения, силой мысли, нас много. Но у каждого из нас есть что-то свое, что работает именно на нас. Поэтому каждый из нас делится с вами именно наработками, которые прекрасно работают для нас. Ну что, тельцы, что загадали желание? Смотрим. Перефразируйте. Это вот то, о чем я только что говорила. Перефразируйте ваше желание и запустите его во Вселенную, и тогда оно исполнится. Опять же, вот я знаю, что некоторые говорят, что желание надо отпускать. Я, например, из своего опыта хочу сказать, что не отпускать их надо, надо убирать ожидания и важность. Надо просто хотеть, не хотя. И тогда Вселенная почувствует не нужду, а вот наполненность. Вселенная почувствует, что ваше состояние даст Вселенной предлоги для того, чтобы помочь вам. Поэтому должно быть состояние наполненности и состояние, что вы уже получили желаемое. Это, конечно же, работа над собой, но смотрите, когда пишут «исполни желание за один день», пробуйте. Я тоже в свое время покупалась на это и не могла понять. Я думала, что ж я не такая, как все. И со временем, работая над собой и разбираясь в этом всем, я понимаю, что это маркетинговый ход. И на здоровье все правильно, это привлекает людей. Это же именно меня тоже привлекло, это название. Я пока что таких названий не делала на моих практиках. Вот. Но, может быть, для маркетинга это здорово. Но
для того, чтобы желание исполнилось, все-таки надо многократное повторение и, конечно же, работа над своим внутренним состоянием. Простите, урок по исполнению желаний продолжается. Он у меня, по-моему, вечный, когда я делаю предсказания. Девы. Новые направления. Вот тут как раз ваш ответ, ваше решение, ваше желание не там, в какую сторону вы смотрите. Попробуйте поменять ваш взгляд, ваше отношение к желанию, к ситуации, к вопросу, который вы задавали, и ваше желание исполнится. Ну и козероги. Не переживайте. Вот тут опять я... Как же я люблю свои карты. Они чувствуют меня, они чувствуют расклад. И говорят о том, что вот не волнуйтесь. Все ваши желания на пути к вам. Вы уже освободились от того, что вам не надо. А теперь в вашу жизнь начнет приходить то, что вам действительно нужно и вы действительно хотите. Вот такой у нас получился расклад, стихия Земля. А я желаю вам прекрасной недели и счастья, здоровья, успехов, удачи, любви, благосостояния, мира, всего самого-самого лучшего. С вами была Женя. Увидимся очень скоро. Я люблю вас, мои дорогие. Пока!